29 марта 2018 года, 9 часов 30 минут, хоккей, КХЛ, плей-офф. Экс-защитник нескольких российских команд Александр Юдин перед стартом финала Кубка Гагарина в западной конференции между СКА и ЦСКА прокомментировал распространенное мнение, что состав серии можно было предсказать еще в августе. Турнир КХЛ выходит на пик, нас ждет самый жаркий хоккей в сезоне, сетования о предсказуемости. Этими сетованиями в России заполонен только интернет. А вот в реальной жизни я не видел людей, которые в августе пошли бы в букмекерские конторы и поставили миллион на такой финал с очень неплохим коэффициентом. Поэтому это все болтовня, пример НХЛ, это еще одна популярная в нашем интернете фишка. Хотя я не вижу особого повода для НХЛ чем-то гордиться, ведь лучшие времена этой лиги пришлись на годы лидерства Montreal Canadiens. А когда наверх начали выскакивать Каролины и Нэшвиллы, то наступил бардак, цитирует Юдина Russia Hockey, ЦСКА попросил, его поддержали. Кому мешает потолок зарплат в 2020 году? В КХЛ обещают ввести жесткий потолок зарплат. Но есть сомнения, источник russia-hockey.ru сообщить об ошибке, комментарии 29 марта 2018 года, 28 марта 2018 года.